Глумиться над ним остановила нас транспортная милиция. Что же делать нам? Мы не могли не остановиться. Таков закон белорусских внутренних войск и прочей швали в погонах. Оборотни! А так хорошо все начиналось! Нам вернули пацана в синей футболке. Короче, надо заехать на заправку и взять вот эту вот штуку. И говорит, что будет 100 евро штраф где-то.